Называется «Ночь перед операцией». Сижу и чищу автомат. Он дорог мне, как младший брат. Близко мне фляга, как жена. И как жена, она одна. Уходим мы сегодня в ночь. Дурные мысли гоним прочь. Смеемся громче, чем всегда. Мол, нам и горе не беда. И вши кусают, и вши кусают. И скоро грязь уже отвалится сама. Никто не знает, увы, никто не знает, чем завтра встретит нас в зеленке порвана. Наш рот не любит порать, но я готов его понять. Ну как же можно воевать, порой не вспоминая мать? А если здесь не закурить, когда совсем тоскливо жить? А коль бакшиш не взял тайком, давись смердящим сухпайком. И вши кусают, и вши кусают, и не спасает нас дубленый наш загар. Никто не знает, увы, никто не знает, какой сюрприз нам приготовит Кандагар. Где здесь суник, где здесь ши, что по утрам мулла мычит? И где здесь халька, где парача? Ответь, ободранный бача. Кто здесь дыкханин, кто душман? Ты как кроссворд Афганистан. Мы вихри классовой борьбы. И не туды, и не сюды. Лишь вши кусают, лишь вши кусают. Да на мечети мы глядим, как дураки. Никто не знает, увы, никто не знает, засада будет или нет, махнут раки. Сверкает ствол, вот красота, как одно место у кота. И мне теперь уже не брат, ни черт, ни царандой, ни хат. Затвор на место, крышка и щелк. Теперь не страшен серый волк. Осталось 2 часа поспать, перед рассветом выступать. Но вши кусают, заснуть мешают. Сейчас в союзе кто-то весел, сыт и пьян. Никто не знает, увы, никто не знает, как встретит, чем проводит бамиан. Аплодисменты. Потом... Вот что, если...